бункер для складирования угля накрытый. Потом идет шнековый конвейер, который подает уголь в дробилку и идет. Из дробилки идет в мешалку. Дальше шнековый конвейер подает рез. Дальше все идет в сушилку. Дальше идет конвейер охлаждения. Из конвейера охлаждения уходит на линию упаковки. С этой стороны линии упаковки идет упаковка в мешки. Это конвейер для бигбэгов, загрузки бигбэга. Такой получается в мешках. Продолжение следует...